ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. Сара, Сара, не стоит. Всю эту ерунду. А потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. Мне нужно лечь. Ах, да. Ты очень хорош. Отдых. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Сюда зашел. Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Отвали! На кого ты работ? Че? Я найду как. Свали из моей головы. Нет. Лучше вставь себе. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблем. Это только копия энграммы. А если друг... Я... Найт-Сити.
свой день в Найт-Сити. Если вы живете в Уотсоне, мои хромированные друзья, у меня для вас хорошие новости. Оцепление вокруг района снято. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома, я буду там. Оставшийся до выбора в срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлден Холт. Холт также объявил, что сам примет участие в предвыборной гонке. Сегодня все мы оплакиваем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга Люциуса Райна. Ну что? Жизнь — это черный вид для психов! Как так можно вообще отправлять копов в такой район за год до остатка? Thank you.
Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Без понятия. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Юринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как... Арасак... Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он... Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас... Куда ни плюнь, везде Арасака. Слышь, не ори! Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Чё слышал? Так и Мура не надо. Спасибо за предложение. Только. Мы только что обсуждали время. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится... А зачем вам... Крысы громко...
приняла вас за пиджака? Обе... Для начала... Да. Я не могу здесь больше оставаться. Ты... Как даль... Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Росака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было? Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо. А не пошел? Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Да пусть. Да. Можешь. Нет никаких нас. Найти Эвелин. Знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Дочка. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис? Работай.
меня хорошая память на лица. Мы... Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Давай еще раз. Что конкретно тебе от нас надо? Уговорите его. Если не сработает, не знаю, прибейте. Джуди опять устраивает. Эй, куда собрался? Там ничего интересного пусть нет. Идет, это друг. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю. Гус любви! Вообще-то ты тоже к этому причастна. Налета бы не было, если б ты не помогла ей с брейн-дансом. Вы же меня в это втянули, ты и она. Я знала, что это плохо кончится. Я вам сразу говорила. Будешь изображать жертву, да? На тебе. Ладно. Серьезно? Я просто пришел задать вопрос. В отчаяние меня привела ты. Лучше бы не осуждала, а ответила. Где Эвелин? Все, с меня хватит. Уходи. Если хочешь, поищи ее в облаках. Это все. И где эти облака? На столе портсигар с адресом. Забирай его и вымет. Мегабашня? Статусное место. Эвелин там? Ты точно знаешь, или тебе так кажется? Карты Таро сказали. Исчезни, пока я девочек не позвала. Что за облака? Кукольный дом. Эвелин там часто зависает? Или работает. Эвелин пришел, а за виртами Джуди, да? Вон там. Да. Не это что себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Наше знакомство — честь для меня.
Нужна будет работа. Звони. Акака Акада, госпожа и хозяйка Вестбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Единственное, что мы можем тут получить, это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Ну ты как, готов? Это новости на 54-м. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией, Ви. Знаешь про такую? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь. Если... По смерти. Я считываю ваш... Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Ничего, система. Кто вам больше нравится? Я еще Эвелин Паркер. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна... Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? То есть...
Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать. Думаю, я возьму Ангела. Отлично. Мы и без них сыграем. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Ангел ждет вас в 6-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет только на ношение оружия. Тебе ноги пожалуйста, разделать. Сдайте его не на богато. Хранение. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Облака – одно из самых безопасных мест в Найт-Сити. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. А ты у нас окажешься. Винсент, правильно? Я ангел. Твой ангел. Ладно, уговорил. Помоги мне расслабиться. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже я ищу девушку, которая здесь работала. Эвелин Паркер. Ты знаешь ее? Где она теперь? Тебе надо смотреть на мир шире, а ты смотришь на частности и мелочи. Не делай вид, что... Тогда задай. У меня только один правильный вопрос, и я его задал. Где Эвелин Паркер? Почему она здесь больше не работает? Когда ее тут видели в последний раз? Мне сказали, тут примириться с тем. Не буду я ни... Не так уж давно. По смерти. Что? Что происходит? Ты остановил сеанс. Я сделал что-то не так? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Ты уж извини, но у нас так нельзя. Я не могу рассказывать тебе ничего про наш кукольный дом. У меня могут быть неприятности. Давай ты лучше уйдешь. Мне очень нужна инфа. Назови цену. Эвелин тут нет. Да я и не знаю ее почти. Ничем не могу помочь. Я заплачу сколько нужно. Постарайся вспомнить. Нам нельзя брать деньги с клиентов. Оплата проходит через... А до меня ее никто не искал? У нее был... Подробностей я не знаю. Том, кто это? Друг Эвелин. Они в свободное время всегда тусили. Где мне... Не могу войти. Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в VIP-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы? Ну, чё там опять? А? Открысь, варе!
Отбился! Чего ты хочешь? Не... Спокойно, тебя я не трону. Я просто хочу поговорить. Где Эвелин? Мне надо срочно с ней поговорить. Это важно. Она тебя чем-то разозлила? Нет, ты можешь сказать, где она? Тут... Ее нет. Я пытался звонить, но она не отвечает. Она вроде поехала за новым лицевым экраном в клинику в Осаке. А, нет, в Осло. Точно. Эвелин лично тебе сказала, что уезжает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман, кто это? Мистер Форест. Мы все зовем его Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Может, этот Дубман нам разъяснит, что за ебала тут творится? Вылезай. Хотя я бы особо...
не будем время тянуть! Вылезай! Расслабься. Я просто еще одно делаю. Показать тебе мои когти! Мне предлагает расслабиться человек, который перерезал человека. Ситуация вышла из-под контроля. Помоги мне, и больше никто не пострадает. Да ты просто король допроса. Ты не помогаешь. Что теперь? Просто высмотри правду в его пустых стеклянных глазах. Или взломай деку. Да, точно. Пихнул ее Риперу. Ей сломали чип. Может, он отправил ее в починку? Рипер по кличке Фингерс? Влажная мечта любой уличной шлюхи с проблемами. Должна вернуть вам оружие, хотя предпочла бы не возвращать. Тонкая работа. Никогда не думал устроиться на дипломатическую службу. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателем, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. Чего непонятного-то? Не хочу делать массаж чужому эго. Это я одобряю. Ну да. Ты бы на этот клуб вообще атомную бомбу скинул. Не преувеличивай. Я знаю много других способов. Ты только учти. Когти тебе этого не забудут. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. Блядь! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи. Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться.
У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Меня еще никто не вербовал в террористическую ячейку. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаки появляется возможность натравить на тебя искин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Да, так ты и стал конструктом. Именно, молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Не понимаю, что общего у Микоши и моих проблем с чипом. Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Арасаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Ни шагу дальше. Ты можешь говорить? Так кому? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Да туда ты сюда, тебе что-то? Ну и как ваш друг может нам помочь?
Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в камбэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Я ищу Рипера. Его зовут Фингерс. Знаешь, где его клиника? Допустим. А тебе он зачем? У меня проблемы с имплантом. Ты не с нашего района. Неужто другого Рипера в городе не нашел? Я слышал, Фингерс лучший. Ага. Лучший Рипер для шлюх. Ты шлюха? Я нет. А вот ты, судя по всему, да. Ты слышал, что этот гондон сказал? Я хуею от такой наглости. Я бы повторил, но какой смысл? До человека с третью мозга и на второй раз вряд ли дойдет. Прости прощения, пидор! Чтобы заслужить мое прощение, надо быть кем-то. А ты, если так посмотреть, никто. Ты как разговариваешь, ли локо? Вау! Вот это да! Ну ты даешь, малый! Consider inventing or purchasing a niche for yourself or a loved one? Get in touch with administration at North Oak Columbari. Лапу убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Не-не-не, если она тебе лучше что-то тут должна, буду жить. Иди и подавай все. Только не выкли... Не в курсе, где тут живет Фингерс. Если б я мог, я бы поменял. Не понимаю, почему все вечно так запутано. В итоге у тебя остаются только провода и пустые бутылки. О, нежное создание света! Внемли! В непроглядной тьме явилась! И как знал владыка мира милость! Его обмолили о твоем спасении. Security or sky? Thanks to the bulletproof carrier. Думаешь, Фингерс тебе треснут или... Да это настоящий рай. Надеюсь, эти членососы научатся Ого, справлять нужду кого в другом я вижу. Месте. Неужели так сильно хочешь поговорить с Эвелин? Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Джуди, садись, ты жди что вообще очереди, здесь делаешь? Как все. То же, что и ты. Пытаюсь найти Эвелин. Почему ты решила искать Эвелин здесь? У меня есть друзья в облаках. А слухи разлетаются со скоростью света. Поясни. У меня есть друг. Он рассказал мне, что ты там раскопал. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ты не в курсе, где Фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Не особо...
Купи себе какой-нибудь нормальный хром. У настоящего рипера. Если у тебя хватает на настоящего рипера, что ты здесь забыл? Госп. Давай, пойдем. Более вытянутое лицо. Края переживают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губки. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. О, шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Прошу, располагайте ваши попки. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи. Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Ближе к делу. А, к делу? Да. Я тебя сейчас усмирю. Выблядок ты черепаший. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Они говорили про бабочку, про Вирта с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Thank you.
Давай только без истерик, пожалуйста. У нас много дел. Без истерик? Хорошо. Кого ебёт, что Эва уже, наверное, валяется мёртвая? Это твои догадки. Мы сейчас теряем время, которое могли бы потратить на поиски. Надо найти подпольные брейн-студии. Что ещё? Ещё мы знаем, что они как-то связаны с мёртвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадёжно. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта «Удовольствие Night City» есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. У меня есть идея получше. На Чпок-стрит видел магазинчик. Я подожду в машине. У тебя всю ночь будет стоять. Зачем? Напряги воображение. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. У него разные вещи бывают. Очень разные. Ну, покажите, что у вас интересного. Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик. Вот. Со мной у тебя всю ночь будет стоять. Эй, Чумба, это что за наебалово? Тут же не хватает 4 кусков. Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я не спал, работал на того. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я бы тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернешь мою долю. Детский, что ли? Давай, рискнее. Мне нужно что-нибудь сырое. Настоящее. У меня все только настоящее. Что тебя заводит? Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что?
Покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустил. Наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь.
заказ недавний. Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем.